Эти товарищи были у власти 3,5 года. И мы совершенно не увидели вообще никаких реформ. То есть они не имеют права вообще каким-то образом критиковать. А те, кто сейчас у власти, нет, до этого тоже были у власти. Но и тоже не, там года 3,5, как минимум. У нас за 25 лет я уже говорю, все я были у власти несколько раз. Что касается того, как подбирают кадры. Но вы знаете, с 2010 года по 2013 год у нас был один критерий по подбору, точнее два. Первый — это Донецкая, второе — лояльность к президенту. Все сваты, кумы, браты занимали ключевые позиции в правительствах. И вплоть до того, я расскажу такую смешную историю. Банчик Януковича возглавил районную администрацию в Донецкой области. Вот это до смешного доходило. Что касается, ну что здесь плохого, если мы пытаемся взять людей не из системы.